218. Теперь мы Макс. Какого хрена? Так, ну я не думаю, что вот здесь. Комната Виктории Чейз. Ой, Виктория Чейз. Макс теперь надо. Я не помню, где комната Макс. Может быть здесь? Да. Что происходит? Вообще все, все разрушено. Капец, как время сломалось. И сейчас ты мужика врубили, да? И типа мужик будет сейчас наоборот идти. Смотрите. Мужика сейчас будет... как ее? Наоборот идти, ну... Мысли справа налево. Я, конечно, догадываюсь, куда мне надо пойти. В туалет. Видите, тут пиздец. Что происходит? Что это тут трэш? Блин. Все, заходим. Ой. Не пытайся скрыться, Макс. Иди сюда. Дай тебя сфоткать. Да фу, все, конкретно все поменяется. Макс, раньше ты была такой непорочной и такой невинной. А куда идти? Тебе придется умереть. К маяку по-любому. Хорошо, Макс, пойми меня. Единственное место, где я мог... Макс... Ага. Блин. Макс, раньше ты была такой непорочной, такой невинной, а теперь тебе придется умереть. Я не понял мысли. А... Так иди, эй, дальше. Макс. Что происходит в этой игре? Макс, раньше ты была такой непорочной, такой невинной, а теперь... Время просто играет с нами. Подожди. Макс. Ну что конкретно сломалось? Эй. Дальше куда? Я типа, а почему я туда не могу прийти? Что делать? Я должна добраться до маяка, ну в принципе понятно. А почему? Такая же спинкнула. Ну вот там маяк, да? А почему я дальше-то не могу пройти?
Там обрыв, не понимаю ничего. Макс. Ну все, я сломал время. А просто не понимаю, мысли. Как мне пройти? Эй, Макс. Макс. Я не понимаю, почему мы дальше-то не могу пройти? Почему мы дальше пройти не можем? Типа... Ну типа, почему? Макс. Ладно, буду искать путь. Так, ребят, кажется, я понял, куда идти. Да, блин. Ой, зачем я так сильно отмотал? Сейчас скажи, мы с мамой гулять пойдем, да? Как же мне решить эту проблему? Во, ребят, наконец-то я нашел путь. Смотрим. А, там бубен. Я жду, он пошел в другую сторону совсем. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэллс, Макс. Опа. Погоди-ка, это ректор, что ли? Это ректор Уэллс. Стой, Макс. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэллс. И я здесь, чтобы оклеветать Макс Колфилд. Макс. Что за трешатина происходит? Внимание! Прискорбием сообщаю, что... Здравствуй, Макс! Прискорбием сообщаю... Макс! Прискорбием сообщаю, что одна из наших любимых одногруппниц, Максим Колфилд, погибла в результате печальных обстоятельств. Я обещаю расследовать это, как только выпью. Идеально. Макс Колфилд. Макс, где ты? Макс, выходи поиграть. Давай поиграем. Нейтан? Походу, да. Обезьяничать. Кто хочет пойти обезьяничать? Обезьяничать. А нет, это... Уоррен. Макс, заценил мою тачку? Давай, запрыгивай, я тебя покатаю. Лезь в тачку! Ё-ма, просто время решил играть вообще. Макс, с нами не поддержка. Макс, я знаю, что ты тут. Можешь попытаться убежать, но никто не скроется от белого рыцаря. Выходи! Как только я узнаю, кто... В моих что случилось с твоей тут же натравлю на них тащите. Дэвида Мэтсона. Тебе нужен альфа-самец, детка. Можешь одолжить мне какой-нибудь... Мисс Колфилд. Черт. Одолжить мне какой-нибудь...
Если бы только Кейт Марш спрыгнула с крыши, я бы смог обвинить в этом мисс Колфилд и, наконец, вышвырнуть ее из Блэквелла. Она плохо на всех влияет. Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично. Я был прав насчет того... Как я могу сказать родителям... Ты же уничтожил весь город! Сучка. Сатана ненавидит тебя! Ругай! Ха-ха! Стой, Макс! Стой! Живо! Блин. Как же это, блядь, иронично. Я был прав насчет ты того. Ты правда думаешь, что Виктория станет твоей лучшей подругой? Ха-ха! А Дана ненавидит тебя! Иди сюда! Ну-ка, попробую на максимум отмотать. Ладно, не буду на максимум отмотать. Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично. Есть. Мы почти у маяка. Задницу сюда. Я распотрошу тебя, товарищи. Это были мои бобы, Макс. Это были мои ёбаные бобы. Ты станешь моим величайшим портретом, Макс. Я хочу поделиться с тобой. Что же трешатина? Я не устану повторять, пока не пройду. Ой, я был весь в этом дерьме. Стой, Макс! Только кости, мясо и опарыши. Ой, я был весь в этом дерьме. Не хочешь сделать плавание? Все, мы пришли у маяка. Давай, 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 давай. Что опять? Ну, мы добрались. Присидеть на скамейку зачем? Поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да. Я расскажу ей. Алло. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно? Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для не нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Еще $1 в банк ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. Да это же отбираловка. Ага, нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. И даже не вздумайте устраивать... Привет, Мак, не передашь перед Хоя и Джойс? Не забудь напомнить, что я позволю мне умереть. Чё? Чё за трэш? Подобряйте ее, наверное, Макс. Белка, у меня все равно говорит, но как это делаешь ты? У Самаре ведь нет там телефона. Что происходит? Привет, Макс. Рэйчел Эмбер на связи. Просто захотел представиться. Скоро увидимся. Очень скоро. Сука, не смей связываться с Фрэнком или со мной. Есть что по вкусняхам? Есть что поугарать? Нет? Нейтан. Ну-ка. Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые с Джефферсоном. Он идеально запечатлел тебя. Если ты захочешь, можем вместе потусить. Накуриться. Так хватит, пишешь.
Макс, это твоя подруга Хлоя, та, которую ты бросил в коляске в другой реальности. Разве я тебя не благодарен? Разве я тебя не поблагодарила перед тем, как ты свалился в другую жизнь? Ты не только плюнула на мою просьбу, но еще и сразу же плюнула в эту фотографию. Сколько, блин, еще раз ты бросишь меня одну, хиппи? Дегустацию вин. Пап. Сколько еще будет длиться этот кошмар? Да что это? Ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рэйчел Эмбер, но не в Макс. Макс просто тупой ребенок. Господи, и не говори. И она никогда не замолкает. Не так ли? Меня так достала ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже всех достала в Блэквилле. Давай это докажем. Хватит. Макс клеила нас обоих. Судя по ее поступкам, не такая уж она невинная. Но никогда она пытается нас обоих клеить. Я просто хочу пойти обезьяничать с тобой, Хлоя. Иди сюда. Черт, да ты сексуальная сучка. Че ты тусуешься с этой Макс? Скука смертная. Она мне скорее как прислужница. Понимаю. Не хочешь пойти на тусу? У меня до хера наркоты. Черт, Макс шпионит за нами. Делай уже свой ебаный снимок, сука. Ну или селфи. Вот видишь, как надо отрываться, Макс. Никаких тебе мошпитов, девчуля. Ё-моё. Виктория, вот ты настоящая женщина. Не то что эта девчонка, Макс. Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Поверить трудно. Мы так долго искали друг друга. Ой. Ну, уберите это. Почему ты получила способности? Ты ведь даже не умеешь ими пользоваться. Рэйчел мертва, а ты все еще жива. Жизнь несправедлива. Лучше бы ты не возвращалась в Аркадия Бэй. Буря здесь — это ты. Че, закончился этот трэш-то, нет? А то напарился я уже, видеть этот трэш. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. О, да? 4 цифры. Да вы издеваетесь. Комната вся исписана числами. И как я найду нужный код? С помощью Гугла. В общем, этот код 0311. Давайте попробуем его набрать. Все. Не убивай нас, Макс. Выходит, я теперь никогда не потанцую, Макс. А я только хотел начать новую жизнь в Калифорнии. Так, он Ракуша, я всегда считал тебя своей дочерью. А теперь ты хочешь отобрать у меня моих родных? Зачем тебе это? Макс, я бы очень хотел, чтобы такие, как ты, были рядом со мной на войне. Сукин сын, это будет больно. Вот значит, как Макс хочет. Даже не верится, что ты меня поцеловала. Макс, ты спасла мою жизнь. Теперь ты меня убьешь? Дала шанс поймать Макс, еще. Прошу, спаси нас. Спаси Бигфутов, Макс. Пожалуйста. Но, возможно, ты поможешь выжить другим. Ракуша, вот значит, как Макс хочет отомстить. А теперь ты хочешь отобрать у меня моих родных? Убивать меня это так! Понимаю, не круто. Я был лучшим электронным ребенком. Придется жить. А я думала, что ты одна из тех людей, как... Я говорю, трэш какой-то происходит. Не убивай меня. Мы так и не провели наше чаепитие. Кто? Кто ты? Твою же овсянку, ты серьезно? Это ты, идиотка. Ну или одна из тех Макс, которых ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться? Теперь тебе нужна помощь? Думала, ты контролируешь всех и вся, да? Хотела обвести время вокруг пальца?
Мне не давали выбор. Я этих сил не просила. Не строй из себя невиновную. Ты оставила за собой дорожку смерти. Даже позволила параноику Мэтсона убить Джефферсона. Больная! Ты еще более бессердечная тварь, чем он или Нейтан. Вранье! Это была самозащита. Я никого не хотела убивать. Это не отменяет факта, что ты убийца. Я знаю, кто я. А ты просто унижаешь. Из тебя так и прет лицемерие. Посмотри, сколько боли ты причинила. Это не моя вина, сучья ты дочь. Не смей так говорить о нашей маме. Ха. Давай поговорим о том, что ты натворила. Погоди, дай угадаю. Ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной подружки Хлои? Думаешь, она всего этого стоит? Да, стоит. Она мне очень дорога. О да, ты за 5 лет ни разу не связалась со своей лучшей подругой, а ей пришлось пройти через ад. Молодец. У Хлои и то лучше получалось вызывать у меня чувство вины. Потому что ты позволял ей издеваться над тобой. Это стокгольмский синдром. О, ты не учила эту тему. Ничего, испытаешь на своей шкуре. Как и Рэйчел. Да заткнись ты. Тебе меня не напугать. Я бы больше боялась, что Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Что она нас хоть каплю уважает? Блин, какая же ты тупая. Мне стыдно носить твое имя. Когда-нибудь твоя Хлоя уничтожит. О, черт, помянешь дьявола? Чувиха, не еби ей мозги! Она знает, через что мы прошли за эту неделю, а ты нет! Ты не сможешь нас разлучить! Вот где правда! Прошло 5 лет, а ты все та же Макс Колфилд. Я и правда рада тебя видеть. С возвращением. Пристегни ремень. Когда закончится этот кошмар? Помнится, у тебя недавно был день рождения. Это камера моего отца. Теперь она твоя. Да, как же это круто. Спасибо. Камера просто потрясная. Ну, раз уж мы снова стали подружками, давай закатим тусу. Хей-хей, долбанутый на всю голову. А ну-ка спляшем. Потряси своей тощей задницей. А лучше сфоткай меня. Охуенная песня. Давай, хиппи, танцуй. Жги, подруга. Юл, выруби, выруби! Давай прячься, быстро! Мой отчим убьет меня, если тебя здесь увидит. Но сегодня ты была рядом. Ты спасла меня. Я до сих пор в шоке. Встретить тебя после стольких лет. Судьба? Если это судьба... Я надеюсь, мы отыщем Рэйчел. Я скучаю по ней. Это что за хрень? Снежинки? Или надвигается буря? Макс, начни сначала. Расскажи мне все. Итак, покажи, что ты можешь. Эпик! Я клянусь верности великой Макс и ее магической силе. Ты можешь перематывать время. Это же полный пиздец. Надо сыграть. Тебе нужен надежный напарник. Ладно, чудо-девочка. Пойдем в твою берлогу. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и неопозданную. Похоже на тебя. Ты хоть понимаешь, насколько это круто? Моя лучшая подруга вернулась, да еще и прокачанная. Мне что-то нехорошо.
Макс, пойдем-ка покажу одно место. Ты меня перепугала. Тебе стало легче? Ты снова спасла меня. Боже, мы теперь навеки связаны. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и компаньоном. Мои силы не могут быть вечно, Хлоя. Ну и ладно. Зато мы вечны. Я так рада, что именно ты мой напарник. Ты, главное, оставайся рядом. Спорим, я открою эту дверь быстрее тебя, взломщица. Гонка началась. До встречи. Добро пожаловать в мои владения. Святое дерьмище. Понятия не имею, как ты туда попал, но у тебя получилось. Макс, посмотри-ка на эти файлы. Это не рисунок, Хлоя. Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Гляньте, в мои воды забрела выдра. Твоя сила все меняет, Макс. А главное, она меняет тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты уже не та сыкуха, которую я знала. Спасибо, подруга. Ну, а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась здесь. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Прячься! Бежим! Тебе нельзя в общагу, ты же как Блэквельский беженец. Переночуешь у меня. Фото жаба! Фото свинка. После вчерашнего мир кажется совсем другим. Вчера мы там оставили коричневый знак. Хотела бы я проваляться так все утро, как раньше. Наверное, мне пора вставать. Скоро идти в Блэквелл. Дважды спорю. Целуй меня. Черт! Да ты жжешь, Макс! Теперь я могу написать твоему другу и сказать, что у него нет шансов. Ну, разве что ему нравятся лесби. Ну ты и зараза. Какая шикарная тачка. Прям как в сериале «Во все тяжкие». Как было бы круто уехать на ней куда-нибудь на побережье. Знаю. Дай помечтать. Меня тянет блевать от мысли, что Рэйчел ему позировала. И писала любовные записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновый из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать влюбляется в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Пока я не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Черт, как мне повезло, что мой отец так крут. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Понимаю. Но я рада, что... Умоляю, не надо относиться ко мне как к ребенку. Я же все еще могу смеяться и говорить с тобой о всякой херне. Остановимся?
Отсюда и впрямь великолепный вид открывается. Как это фотографы называют? Золотой час. Вау, крутая фотка. Мы такие классные пиратки. Жаль, что мы не покорили Аркадия Бэй, пока у нас была возможность. Слушай, Макс. Моя дыхательная система с каждым днем слабеет, и мне недолго осталось. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое, пока мои родители страдают, и я вместе с ними. Я не хочу, чтобы так все закончилось. Что? Ты что говоришь? Я о том, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по всему городу, будучи детьми, и делали все, что захотим. И сегодня ты вернулась ко мне. И я хочу, чтобы это было последним воспоминанием. Ты понимаешь? Хлоя, ты здесь? Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом. Но спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в CSI Аркадий Бэй, и теперь я сижу в замешательстве, пытаясь сопоставить всю эту инфу. Кейт была не первой. И все эти папки для остальных жертв. Виктория следующая. Нейтан, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел, неправда. Это все постановка, да? Так? Свалка. Макс, нам нужно найти это место быстро. Тогда мы все узнаем. Она не могла умереть, нет. Она просто позировала, Макс. Я знаю. Прошу, пойдем. Рэйчел! О, боже, нет, нет, прошу, только не она! Хлоя! Рэйчел, за что? Мне так жаль, Хлоя. Мне так жаль. Я так ее любила. Как она могла умереть? В каком мире это могло произойти? Кто это сотворил? Ну же, Макс, мы почти добрались. Еще чуть-чуть. Не бойся, все будет хорошо. Макс, Макс, ты меня слышишь? Прошу, не молчи. Я похоже, отрубилась. Злорости. Больше никогда так не делай, ясно? Я клянусь. Но этот кошмар был таким реальным, таким страшным. Это моя буря. Я начала все это. Я причина всего этого. Я так часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей. И все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Да пошло оно все, да? Тебе эти силы были дарованы. Ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Только Рэйчел за что?
Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Колфилд. И ты потрясающая. Использовать это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется. Мне. Да к черту! Нет! Ни за что! Сейчас для меня важна только ты! Кроме тебя мне никто не нужен! Я знаю! Ты много раз это доказывала! Хоть я этого и не заслужила! Я такая эгоистка. В отличие от мам. Только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни. Больше, чем я. Не говори так. Я тебя не променяю. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадием с того момента, как ты спасла меня. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу, Клоя. На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс, только ты и можешь. Ну чё, ребят, надолго же я, конечно, замолчал, и что же нам остается? Пожертвовать Хлоей или же пожертвовать Аркадией Бэй? Да, жалко будет Хлоя, конечно, но я думаю, все поступили бы так же. Макс, пора. Хлоя, мне очень-очень жаль. Я не хочу этого делать. Я знаю, Макс. Но мы должны всех спасти. Правда? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за Рэйчел. А может, и немногие фиг знают. Это самый драгоценный прощальный подарок. Ты мой герой, Макс. Ах, Хлоя! Я буду очень по тебе скучать. Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд, только попробуй меня забыть. Никогда. Ну что, ребят, поехали. А, мне даже фокусироваться не надо. Круто.
Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до трех. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Ты босс. Чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его! Не смей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой...
Ну что ж, ребят, вот такое вот завершение Life is Strange. Великолепная игрушка. Вот прям мне она очень зашла. Конечно, жалко очень Хлоя, да, я все понимаю, очень жалко Хлоя, я чуть-чуть не разрыдался, но я просто хотел вам это, я просто молчал, чтобы вот сохранить, так сказать, атмосферу всего этого, пока я там ходил, там поступил, когда я прослушал я эти воспоминания, эти диалоги, когда пока мы шли к этому маяку, опять же. В общем, я пытался сохранить эту всю атмосферу, и надеюсь, что это у меня получилось. И, блин, все-таки жалко Хлоя, но я думаю, все бы поступили так же. Дальше. Саундтрек вообще шикарный. И, соответственно, да, я была такая судьба. Вот, действительно, у меня была такая судьба умереть. Она умирала очень много раз. Она умирала кучу раз. Она умирала, получается, раз. От пистолета Нейтана, от выстрела Нейтана. Два. Она могла, кстати, умереть, как пока мы ее обучали там в стрельбе на свалке. Но я этого каким-то образом не допустил еще. Два. Третий вариант. Она могла умереть от поезда. Четвертый вариант. Она могла умереть просто из-за там, после аварии. И пятый. Ну, короче... Много было, конечно, моментов, где она могла просто умереть. И да, это ее действительно такая судьба. Ну что ж, я могу только сказать, что игра превосходная. Игра мне очень понравилась. Проходил я, конечно, ее очень давно. Я прохожу сейчас, по-моему, получается, во второй раз проходил. И, блин, это были незабываемые эмоции, я думаю. Ну что ж, ребят. Всем спасибо. Оценка этой игре, скорее всего, 9 баллов представлен. Очень хорошая игра, замечательнейшие саундтреки. И что ж, все. Да, пропускаем титры. И вы решили пожертвовать Хлоя. Вот единственный выбор, или не единственный. Подожди, расколоты два единственных выбора, походу. Или нет? А, нет. Можно не получить шрам во время драки. Дэвид убил Джефферсона. Вы спасли Эвана. Вы спасли Алису. Вы спасли рыбака. Вы не избили мнение Джойса Дэвида. А что, можно было? Вы не стали рассказывать Фрэнку правду о Рэйчел. Вы поцеловали Уоррена. Ну, в общем, как-то так. Ну, ясно. Ну, что ж, ребят. Игра получилась замечательная. Игра получилась хорошей. И, что ж, я буду проходить, наверное, еще и Before the Storm. Посмотрим, как получится. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели мое прохождение. Извиняюсь за такие тупники, за все свое прохождение. Но думаю, что вы меня за это простите. Ну что ж, всем спасибо. Всем пока.